think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Сегодня у нас будет такой видосик, решил записать. Многие спрашивают и пишут по поводу зефира, многие получили их. И строят сразу себе надежду на то, что зефир решит все проблемы, все вопросы. Ну, часть, да, он решит, но в плане битвы гильдий зефир уже, к счастью или к сожалению, не настолько прям мега-мега вау, потому что есть куча блокировок, куча разных нюансов, которые просто тупо его убивают. Даже если вы его соберете там с максимальными уклонениями, да, будет у вас стоять пенек, вот как у меня, допустим, жизнь, то есть он у нас сейчас собран, скажем так, как живучий герой, у нас нет уклонений. Даже если вы ему уклоны натащите, я уже показывал, это не факт, что он будет у вас прям мега супер вау. Поехали. Я просто убрал питомца, поставил другого. Ну, возьмем пример, даже уберем его. Хотя здесь есть уклон, так у нас будет хоть немножко уклона. Вот 12 тысяч уклонения. И пойдем на битву гильдий. Я сейчас посмотрю, что там у нас на БГ. 1.9, 1.85, отлично. Я надеюсь, там хороший дев стоит. Не, дев не очень, конечно. Лисица, зефир, Фрэнк. Ну, в принципе, то, что нам надо есть. В общем, смотрим. По идее, он должен, да, сейчас там отхил себе мегавау давать. Но он бьет, во-первых, юнитов в первую очередь. Он будет их сливать, потом будет бить по всем остальным и увеличивать свой отхил. Есть блокировка, как видите, которая блокирует его умение. И плюс лисица тоже режет отхил. Вот, соответственно, стопового, да, казалось бы, нас хватило на 30 секунд. 30 секунд и, к сожалению, нашего зефира нет. Даже если мы сейчас уберем... Наверное, вряд ли мы успеем. Да, не успеем. Сейчас попробуем другой вариант. Ну, Анубис, давай. Анубис вообще жить не хочет. Убрать юнитов. Так. Без вариантов вообще. Сразу же молчанку ловит и слетает, при том, что Анубис довольно-таки неплохой. Так, сейчас я посмотрю второго топа. Отлично, здесь юнитов нету, но здесь и воодушевлений нету. Ну, такое. Давайте попробуем. Нет, сейчас залетим, наверное, наберем дофига. Ладно, опасно, но попробуем. Ну, здесь держится, ладно, надо все-таки на первом пробовать. Что я пытаюсь вам показать, потому что многие не понимают, о чем я хочу заснять видос и что сделать. Сегодня у нас будет с вами разбор вариантов, как пройти битву гильдий обычными героями, потому что на сегодня это реально актуально. Как видите, вот отлично, ушатали раз, все, юнитов мы слили, супер. Вот у меня топовый, да, с пеньком, вроде топовый деф, есть уклонение, и он реально не решает. Если это полгода назад было, он, такая сборка была просто актуальная и топовая. Но, как видите, даже здесь нету у нас кучу воодушек, но есть определенные герои, которые режут отхил, и все, и мы нифига сделать не можем даже топовым зефиром. То есть за 40 секунд, но в этом процентов 30-40 потолок
что набьете. А вот, что делать в этом случае вообще? Как же быть там, ну, и вот без доната сложно, тяжело. А есть определенные герои. Вот есть капитан Дрейк, да? Топовый, как по мне, старенький герой, который на сегодня тоже актуален. Ну, конечно, сборка такая с огненькой. Он держит, в принципе, дамага хватает. Плюс живо. Сейчас мы сюда закинем питомца. Это раз. Дальше, следующий герой. Конечно же, это у нас Ронин. Правда, я не знаю, какого Ронина выбрать. Вот есть Ронин у нас ожог, плюс выживание. Не вальсы там никакие, именно выживание. 2 плюс питомец. Я обычно ставлю вот так вот. Фена, ну даже не фена поставим, поставим кролика. Кролик поинтереснее будет. Он еще дополнительно станет. Так. 2 героя есть. Дальше. Дальше у нас идет, конечно же, командорка. Командорка, я думаю, у многих уже есть со скинами там и прочим. Это один из тоже топовых героев, который на сегодня очень-очень актуален. У меня такая вот сборка. Сейчас посмотрю. Можно сделать вот так вот пакт. Конечно, она будет сливаться. Плюс тоже там соживой сделать. Лучше даже вариант выживания. Этого вам вполне хватит. Еще она немножко дольше проживет. На командорку я делаю вот так. Это дополнительно. Ну, я не знаю. Дрогу пока вроде не пофиксили. Работает. Следующий герой у нас, конечно же, Феникс. Которого у многих тоже нету, к сожалению, но без него очень сложно будет топов выбивать. Феникс. Так, у меня такая вот здесь сборка. У меня, конечно, лучше ремка плюс ожива. Мы сейчас возьмем сразу же, поставим ремку, чтобы он сразу включился. Ремка плюс ожива. Есть еще вариант, что он у вас дальше залетит и жахнет. Очень неплохо. Так, есть. Ронин есть, Командора есть. Дрейк, вместо Анубиса можно как вариант поставить малыша Ника, он тоже в принципе добивает, но учитывайте то, что малыш Ник сразу же не бьет со своим скиллом, то есть многие этого тоже, к сожалению, не понимают и думают, что вот малыш Ник спасает, иногда он толком даже ничего сделать не может. Барт у многих есть, ну вариант там лисица, Барт, я не знаю, я не буду их рассматривать, так как эти варианты, как по мне, более донатные. Хотя у многих без донатов эти варианты есть. Да, и зефиры, думаю, тоже у многих есть. Дальше у нас будет Фрея. Какую Фрею выбрать, многие спрашивают. Вот вариант такой со стойкостью. Можно даже такой вариант закинуть. Либо плюс многие там истинная вера и прочие. Ребят, все, что вы не поставите, все блокируется. Лучше в таком варианте уже ставить выживание, так как здесь 3 секунды герой будет неуязвим. Ну, здесь лучше, я просто на архидемона тестировал, поставить пенек. Так, сюда мы возьмем вот такой вот вариант. Так, и кого еще возьмем? У нас еще осталось одно место, да? Конечно же, ожива. Ожива — это у нас либо седна, либо дерево. Как по мне, седна более актуальна, так как она более резвая, хотя можно и дерево. То есть давайте сейчас я гляну, у меня триант вроде был, если я его никуда не слил. Что делает триант? Он сразу же резает всех. 6 героев. Такой вариант, плюс ставим сюда ремку. Можно, конечно, вариант Дафны полностью собрать. Я тоже тестировал, пробовал. На него, как правило, лучше всего ставить слона. То есть такой вариант, чтобы не застанили. Поехали. Поехали шанс слива тестировать. Дерево оставляем напоследок, в конце. В первую очередь, ну, я бы советовал пробовать зацепить Фениксом. Если ваш Феникс нормально залетит,
что в большинстве случаев, как правило, не удается, надо все-таки ставить, закидывать командорку, чтобы лисица, и потом феникса. Ну, командорка тоже, видите, у нас в итоге получается вообще не ударило, а феникс набил у нас 51%. А поэтому лучше надо было, это я ступил, надо было закинуть все-таки первой фрею, а тут еще и забор ломается. И плюс нанимать обязательно юнитов. Если вы будете бегать без юнитов, шанс слива у вас будет максимальный. Видите, у нас просто некем даже юнитов сейчас слить. Жизнь, боль. Ну, у нас, в принципе, есть еще... А, блин. Дебил. Побежал, называется, побежал без цепелина. Ума, конечно, хватает. Надо было на фраю цепа поставить. Все, ребята, это слив ван лав. Я цепелина просто не поставил. Это называется вот долбоеб. Пацан шел к успеху, называется. Побежал на битву гильдии без цепелина. Ну, все как обычно. Шанс слива максимальный. Дерево, да, вот. Есть очень большой шанс того, что ваше дерево сольют. Каким образом его сольют? На него могут кинуть блочку. Поэтому для этого варианта всегда обязательно, ну, 95% мы тут уже нифига не сделаем, к сожалению, из-за того, что я не взял просто цепелина. Ну, как видите, такой вариант даже против блокировок вполне работает. Не надо там никакие зефиры и прочее. То есть можно без проблем это все сделать. Надо просто определенных героев. Да, вы скажете максимальные там прокачки, но без этого никак. Можно, конечно, без прорывов справиться. Давайте наймем юнитов. Да, вот это я, конечно, втыканул с цепом. Был бы цеп, мы без проблем его разобрали. Ну, в принципе, сразу видно, что надо делать, что не надо делать. Так, взяли юнитов на всякий случай. И сейчас я... Так... Да, вот это я, конечно, с цепом втыканул. Жестко причем. Жесткая тактика слива, скажете вы. Так, ну тут у нас противник попроще, да? Если вы видите, что у вас там блокировка, сразу блокируют, кидаем первый однозначно фрея, но тут без проблем. Выкидываем фрею, юнитов у нас, как видите, нету. Кидаем ронина. Ронин сейчас подобьет до процентов 80, если не подобьет, не беда, у нас есть на запас командорка, которая тоже ударит. Ну и просто дрейком делаете вот так, все, потеряли одного героя в итоге. Ну, если бы мы правильно сделали точно так же на предыдущем противнике высадку, не запустили первым. Так, что-то у нас сегодня слабенькие. Так, тут воодушевлений нету. А еще есть один нюанс. Если юнитов вот много, да, то в основном я стараюсь кидать, конечно, феникса и командору первыми. А, так как командора зонально бьет и феникс, они хоть добивают. Можно анубиса использовать, кто использует. Ну вот у вас уже 85%. И у вас просто дальше идет дрейк 97%. Даже если он сдохнет, вы его резнули, он ударил еще раз, и все. У него целей дофига. Без проблем. Это противники у нас без водушек. Сейчас поищу с водушками что-то более интересное. Даже пусть будет меньше. О, отлично. Водушки. То, что нам надо. Итак, скорее всего, здесь тоже блокировка сразу же, да? Вот видите, Фрэнк, все остальное, недомогание. Хороший противник. Зачем я на него залез? Такс. Можно, кстати, Ронина подкидывать. Так, чтобы переключались. Самое главное, чтобы у вас Феникс включился, добежал. Вот, Феникс включился. Закидываем командорку. Командорка тоже подбивает. Все, юнитов убрали.
без проблем закидываете Дрейка. Вот 100%, без всяких ресов. Причем там хороший дав был с водушками, да, казалось бы, что мы можем сделать. Ну, без проблем. Так, что у нас тут? Тут вообще стоит Барт. Можно варианты. Если вы видите, что у вас есть на ком зацепиться, если у вас на Фрейе будет обряд, нету воодушевлений, вам хватит одной Фреи, по сути, правильной. Правильная Фрея, вот такой вот зависон, со стойкостью именно Фрея, вы без проблем убиваете одним цапом. То есть варианты, где есть воодушевление, вам надо герои такие обязательно, как Феникс, чтобы он вынес хотя бы под 50%. Командорка, которая бьет зонально, да, если мы сейчас ее закинем сюда, она будет в первую очередь дамажить по казармам. Вот смотрите внимательно, там где есть юниты, большое скопление, вот именно туда она дамажит. Ну и потом выпускаете в итоге Ронина, там, либо можете изначально Ронина выпустить. И в итоге в конце добиваете Дрейком. Все. К чему был этот видос? Многие просто ребята ставят ставку на то, что Зефир топовый. Да, Зефир на сегодня топовый герой. Один из топовых донатных героев, который очень востребован. Но в силу обновлений его актуальность все меньше и меньше и меньше. Это не говорит о том, что он стал хреновый. Он все равно лучше, чем другие. Но очень много разных нюансов есть на битве гильдий. Это недомогание, это спектр, который блокирует скиллы героев, которые режут от хилы. И Зефир уже, в принципе, ничего сделать не может. Но так как здания у нас так и остались, скажем так, ватными, жизни у них немного, есть другие герои, которые, в принципе, очень на изи с этим справляются. Это Командора, у которой хватает дамага с головой. Это Дрейк, у которого тоже хватает и целей, и всего. Да, можно не такие прокачки, здесь 14 целей, можно меньше. Тоже, в принципе, без проблем. Это Фрея, именно такая сборка со стойкостью, у которой жизни много. Причем у меня она, по-моему, здесь с уклонениями, да, у меня здесь с уклонами не особо, плюс атака. Это у нас Феникс, ну и, конечно же, дерево, которое в итоге потом может резнуть сразу же всех. Но есть свои плюсы, иногда лучше всех сразу не резать, потому что могут слиться все. Я в основном стараюсь брать Седну, она резает, сейчас мы чекнем, сколько там, по-моему, троих. Так, где ты, подружка? Так, она дамаг 6 героям дает, она еще и плюс дамажит. Но дамаг это, конечно, такое. В этом тоже есть, кстати, минус. И резает 3х 100 хп с фулл хп. Потому что она дамажит, и она может зацепить спектр. Тем же самым сразу заблокирует. То есть тут тоже есть нюанс. В данном случае, если вы там без донат, то лучше все-таки будет дерево, которая до сих пор актуальна и которая резнет сразу же всех. Ну, все зависит уже от противника, от ситуации. Дерево у нас получается плюс дает деф и 85%, там 100%, но здесь 6 героев. В общем, такой вот вариант, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.